Добрый день, друзья, с вами компания «Кровмонтаж». Мы продолжаем наш проект «Строим каркасный дом вместе с «Кровмонтаж». Сегодня я оглашаю пятый день нашей стройки. Сейчас вы за моей спиной можете видеть изменения, которые произошли. Наконец-то уже дом и крыша обретают полноценную форму, видны очертания, какой конструкции будет кровля. Мы решили с заказчиками сделать здесь четырехскатную с небольшим коньком 4 метра, ну типа конверт. И значит потолок 200 мы заложили, 200 потолок. Стены каркаса, кто еще только к нам присоединился, тоже 200. Стропила делали мы 150. Так как чердак будет холодный у нас, нежилой, ну, сделали мы подпорки, перегородки. Вы можете видеть, сейчас непосредственно, может кому-то непонятно, смотрите предыдущие серии, от начала как было, вот, и так далее. Сейчас мы посвятим эту серию, поднимемся наверх, расскажем о стропильной системе. Какие вообще бывают способы монтажа стропил. Также произведем антисептирование пиломатериала, произведем разбор полетов, что тут произошло, и обзор, так сказать, стройки. За мной. Нормально, да? Итак, прежде чем подняться на кровлю, я решил вам показать, в предыдущей серии показывал, что в этой фальш-стене мы будем делать подпорку. Значит, это долгая история, но вкратце, значит, так как у нас провисает потолок первого этажа, и подпорку кровли и потолка не на что поставить, мы ее на капитальную плиту бетонную ставим и прячем в фальш-стене, и она прорезан потолок, выходит у нас 6-метровая балка и подпирает потолок. Пойдемте на крышу, я вам сейчас покажу. То есть я вам показал, что она уже стоит на месте. Вот эта самая подпорка, которая проходит через фальш-перегородку санузла. И она держит на себе, значит, лаги. Лаги, вот. Потому что, видите, пролет большой помещение. Без подпорки тут никак не обойтись. Дальше все остальные подпорки, они стоят на капитальных стенах. Вот это, непосредственно это. Наконец-то мы с заказчиками утвердили планировку. Сейчас не стоит об этом говорить. Вы в процессе сами увидите перегородки, появятся проемы дверей. Ну, замысел такой. С лестницы поднимаешься, здесь, так сказать, квадратный коридор и двери направлены в разные стороны. Там зал, здесь боковая комната. Да, ну что, друзья, я хочу вам сказать, что вуаля, каркасный дом стоит, потолок на 200 миллиметров, вот мы исполнили. Теперь осталось дело за малым, все это подшивать, обкаркашивать, натягивать гидроизоляцию, мембрану Тайвик, пароизоляцию, Ютафол, заполнять утеплителем, и потолок, и стены. Ну, уже контур дома виден абсолютно. Вот здесь будет проемы, мы оставили непосредственно. Здесь будет широкое окно, здесь в санузле чуть поменьше. Значит, ну вот, заказчики уже определились с размерами окон. И соотношением их симметрии с перегородками, стенами дома. Вот там лицевая часть фасада, тоже будет два широких окна смотреть. Вот вы видите саму конструкцию и стену первого этажа. Имеем мы брус 15 на 15, обложенный кирпичом и оштукатурен. Значит, вот мы ставили каркасный дом, то есть каркасную стойку на брус. Просто наживили, потом в процессе будем, есть такие усиленные уголки за счет вот этой выпуклости. Мы будем ставить и оцинкованными саморезами, значит, еще усиливать. И так же самое и вверху, в маурлаг.
просто хочу сразу сказать, что мы еще не раскрепляли конструкцию. Вась, и еще раз говорю, обязательно обзор топориком вот это вот не оставляй, вот это надо снять, хорошо? Да, сейчас необходимо антисептирование всего пиломатериала. Поэтому сейчас Василий наладит рабочим, пока не работает. Два пульверизатора. Так, ремешки потом затянем. Да, в работе мы используем жуки. Садовый опрыскиватель жук 8-литровый. Сейчас мы вам покажем в деле, как это все происходит. Сейчас сотрудники нашей компании будут производить антисептирование пиломатериала. Вот обильно так. И вот таким образом от жучков, от плесени, от все-таки, я считаю, пиломатериал еще сыроват, он будет уже досыхать в самой конструкции каркасного дома. И вот этот химсостав, он не будет давать вот этим появляться запрелостям и всяким микроорганизмам, всякой органике развиваться, гниению, плесени и так далее. Вот таким образом. И вот этим аппаратом все это легко делается. Между вот, и все. Вот таким макаром. Вот мы поднялись на сам чердак, на потолок второго уже этажа, который мы построили. Немножко расскажу вам о стропильной системе, как она устраивается. Ну и в принципе, кто знает, и а кто не знает, просто расскажу, как вот мы ставили лаги 200-е на подпорки, на стены. Значит, они являются потолком первого этажа, второго. Значит, ну самая важная часть в любом доме в стропильной конструкции — это маурлат. Маурлат, он находится, вот маурлат, это обвязка стены дома и соединительная часть любого дома. То есть, будь то он кирпичный, из пеноблока, деревянный, каркасный, не имеет значения. Маурлат — это та часть стены, это связующий элемент самой кровли и стены дома. Вот. Если это кирпичный дом, его, значит, анкерным способом в армированный поезд пристреливают. Смотрите, у нас стропильная система здесь, она бывает нескольких типов. У нас она используется на подстропильниках, стоит, так называемый. Естественно, выведены подстропильники за край дома, и на них опирается стропильная доска 150 на 50. И есть другая стропильная система. Стропила непосредственно на маурлат устанавливается и удлиняется, так сказать, и делается за счет этого вынос крыши. Мы же сделали на подстропильник. Вот таким способом. Тоже сейчас мы пока торопимся, уходим под крышу. Опять вот пошел дождь. Уходим по крышу, чтобы натянуть пленку и обезопасить дом от протечек. Вот. Здесь еще у нас внутри будут подпорки. Мы это всю конструкцию разопрем. Вот, да. Дымоход у нас уходит внутрь кровли. Это дымоход камина с первого этажа. Это мы будем наращивать его, так сказать, ну где-то метр 30. Будем делать кладку. Вообще еще подумаем, можно его разломать и сделать из нержавеющей, как же она называется, утепленная труба.
сэндвич труба, да, из нержавейки. То есть насадить на саму печку. Потому что получается, там кладка не очень красивая, остается эта труба в помещении комнаты. То есть, ну, этот вопрос еще обсуждаем. Вот, друзья, как вы видите, такие происходят процессы на нашей коврах. Вот, смотрите, все запилы выполнены аккуратно. Вот эта часть наживлены. Еще будет посередине установлены подпорочки. Вот уже видно, как ребята начали ставить подпорки под подстропильники. Кто еще не видел, они тоже все связывают, получается жесткий треугольник. И, ну, довольно-таки прочная конструкция. И никуда не денется. Вот, так сказать, это уже финишная, вот эти, ну, мы их называем, и все зависит от местности, откуда плотники. Это кто-то называет их солдатики, кто-то подстропильники, кто подпорки, ну, каждый по-разному. И вот получается вот такая конструкция. В центре кровли мы задали центр где-то 2 метра высотой. Вот. Опять вот не везет, пошел дождь, надо закругляться с видеосъемками. Хочу напомнить, что мы продолжаем наш проект «Строим каркасный дом». Кто только что присоединился, кому что-то непонятно, смотрите предыдущие серии. И не забывайте подписываться, ставить лайки. С вами был Мороз Алексей. Оператор Василий. Оператор Василий, компания «Крафмонтаж». Мы всегда вместе, звоните, если хотите получить качественные виды работ. До встречи в следующих сериях.